Я очень рада, что я здесь нашла себя. Просто нашла себя. Сколько для счастья нужно? Чтобы дети были рядом, мать. Покинув свою родину, они приехали в нашу страну за лучшей жизнью. Обрели в Беларуси не только работу и возможность достойно жить, но и нашли свое женское счастье. Встретила свою любовь на ферме. Я коров доила, а он кормил коров. И так у нас закрутилась любовь с ним. Расписались, купили дом и продолжаем делать ремонт, как говорится. Четверо детей. Есть работа постоянная, есть дочь, есть муж, есть дом. Дом мы приватизировали, свой дом. Ну и, конечно, цветы. Цветы очень радуют меня. О женском счастье, обретенном в Беларуси, смотрите в телепрограмме «Агромир» 11 октября в 19:50 на телеканале «Беларусь-4».